Сегодня на западе Крыма важное событие для родителей. Открылся еще один детский сад. Где именно он расположился и сколько малышей готово принять учреждение, знает наш корреспондент Севиля Меметова. Она с нами на прямой связи. Севиля, вам слово. Добрый день, коллеги! В этот теплый солнечный день наша съемочная группа в городе Саке. Сегодня здесь праздник. Открытие детского модульного сада «Чайка». Учреждение рассчитано на 130 мест. Его начали строить в 2018 году. И сегодня это ярко-желто-красное сооружение уже готово принять своих первых дошколят. А рядом с нами стоит счастливая бабушка, чьи внучки уже ходят в этот детский сад. И она готова поделиться своими первыми впечатлениями. Надеханом Селяваликом, расскажите, пожалуйста, как вам новый детский садик? Ой, новый садик, конечно, по сравнению со старым садиком, внешне очень красивый, очень такой веселый. Даже, по-моему, сегодня день радуется тому, что сегодня открыли этот детский сад. Но, тем не менее, наши детки ходили вот в этот садик, вот старшая, уже, конечно, она в третий класс ходит в школу, вот сейчас младшая ходит. Садик, ну, просто чудесный. Я не знаю, тут такая подготовка идет и к школе, и вообще очень дети всесторонне развитые. И нам очень нравится, очень хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, соответствует ли он всем необходимым нормам? Ну, я думаю, что соответствует. Мы вот прошлись, посмотрели, ну, очень красиво, и очень все для детей сделано, так прям, ну, очень хорошо. Здорово, Саунас. Вот. Рядом с вами две очаровательные внучки, давайте узнаем у них, каковы их впечатления. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Эйн, и у меня... 4 годика, да, ты уже взрослая, здорово. Алин, расскажи, пожалуйста, детский садик понравился? Да. Красивый, яркий, да? Да. Алин, расскажи, пожалуйста, стишочек какой-то нам. Моя мама лучше всех. Я люблю ее за смех, за улыбку и добро. Она солнышко мое! Здорово! Я думаю, все телезрители нам сейчас аплодируют. Мирьям, скажи, пожалуйста, насколько я знаю, что ты тоже ходила в детский сад, только у тебя еще было раньше, ну, то сооружение. Скажи, пожалуйста, как тебе новый детский сад и рада ли ты за сестренку? За сестренку я очень рада, а этот детский сад мне очень нравится. Он яркий, красивый. Думаю, все дети сейчас счастливы, что построился этот садик. Скажи, пожалуйста, возникает желание самой вернуться в детство и ходить сюда? Да, очень сильно хочется ходить в такой яркий, красивый сад. Но мы надеемся, что в школе тебе не менее интересно, правда ведь? Ну да. Здорово, спасибо огромное. А мы напоминаем, что за 4 года в городе Саке было реконструировано 2 детских сада и открыто еще 2. Это второй. Также, по словам властей, в ближайшее время планируется строительство школы. Поэтому с этого прекрасного дошкольного сооружения дети смогут отправиться в новый путь знаний. Коллеги, вам слово.